Компания Visutech System занимается разработкой решений и продуктов на основе технологии EtherCAT. На данном стенде мы продемонстрируем возможности работы целевой системы на промышленном протоколе EtherCAT. Целевая система состоит из головного устройства, IPC-блока на базе процессора i7 и ведомых устройств, программируемого логического контроллера, поддерживающего протоколы EtherCAT и Modbus TCP, шести устройств ввода-вывода корейского производителя Crevis, а также сетевого шлюза для протоколов EtherCAT и CAN производства компании KEONIC PA GmbH. Данная система эмулирует работу периферийных устройств объекта управления, которые посылают в сеть аналоговые и дискретные данные общим размером 800 байт. Это могут быть, например, 300 аналоговых и 1600 дискретных сигналов. Такое соотношение характерно для достаточно больших объектов управления промышленных предприятий энергетики, химической, нефтеперерабатывающей промышленности и других. На головном устройстве установлены операционная система реального времени InTime и программный стек собственной разработки VS EtherCAT Master. Все данные от устройств объединяются в одну команду или датаграмму, которая последовательно проходит от одного устройства к другому, одновременно опрашивая устройство, передавая и записывая нужную информацию в соответствующие регистры датаграммы. Это позволяет избегать коллизий, максимально эффективно использовать канал для передачи информации и достигать высоких скоростей промышленного цикла. Шина EtherCAT обладает широкой пропускной способностью до 100 Мбит. В нашем случае мы добились устойчивого времени цикла 500 микросекунд при загрузке канала в пределах 13%. С помощью сетевого шлюза имеется возможность совмещать промышленную сеть на протоколе EtherCAT с другими системами, работающими на таких протоколах, как CAN Open, Profibus, Profinet, Modbus и других. Такая конфигурация может использоваться как промежуточный вариант перехода с других протоколов на EtherCAT и позволяет оптимизировать затраты на закупку оборудования. С помощью EtherCAT Master полученные данные можно направлять в систему хранения и обработки данных, получать необходимую аналитику и выявлять зависимости. Для получения дополнительной информации по внедрению технологии EtherCAT на вашем предприятии обращайтесь к специалистам компании Visutech System.